Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. И скажу, что очень рада, что вы гость программы «Прилюдно», потому что есть очень много вопросов по юридическим каким-то моментам, на которые я рассчитываю получить честный и беспристрастный ответ. Постараюсь быть объективным и беспристрастным. Хорошо. Вот начнем с главного события, которое волнует всех. Вот уже несколько дней, как парламент может начинать процедуру избрания президента. С 6 февраля, вот говорят, эта дата наступила. Может, но не начинает. Вот у меня есть своя версия, почему это происходит. И сводится она к тому, что, скорее всего, здесь причина кроется в политическом неком таком аспекте, да? Вы согласны со мной? Если наверняка, да, то... наверняка политический контекст. Целесообразность, я бы сказала. Наверняка. Наверняка да. Какая-то где-то неувязка происходит. Но дело в том, что полномочия президента истекают по истечении 4 лет. То есть продолжительность мандата президента – это 4 года. Угу. Еще больше месяца есть до истечения мандата. Так что... парламент еще имеет достаточно времени для того, чтобы обдумывать и начать эту процедуру. Но, конечно, надо начать процедуру. Было бы очень хорошо, я бы сказал бы как специалист, было бы очень хорошо. Дело в том, что в Конституции записано, что президент избирается на 4 года, но находится в должности до избрания нового президента. Поэтому может этот срок продлиться и после истечения 4-летнего мандата. То, чего нежелательно. Желательно, чтобы начали процедуру, вот как в других странах мира. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки. Ведь уже в октябре месяце будет известен президент, который вступит в должности в январе следующего года. Так должно быть и у нас. Не, ну это не у нас. У нас, ну, у нас так должно быть и должно у нас. Быть, да. Должно быть, да. У нас так, все решают не просто в последний момент, а в последнюю секунду. В последнюю секунду это очень плохо. Это плохо для страны, плохо для развития. Много слухов, много, так сказать, возникающих вопросов. Спасибо. Почему это происходит и так далее, и так далее. А было бы очень хорошо, чтобы где-то... скажем, за несколько дней или даже за неделю, что был известен уже новый президент. Если, между прочим, значит, нынешний президент может, вернее, мандат президента может быть 2 мандата подряд, может быть. Поэтому нынешний президент может быть переизбран еще на 4 года. Ну, мы пока не знаем о таких планах, да? Ну, а может быть и новое лицо. Да. Так что это все в силах парламента решить. Поэтому даже если находится, я хотел подчеркнуть то, что если даже находится в должности, вот с президентами США, несмотря на то, что каждый президент был по 2 мандата, так в конце первого мандата уже становится известно, что будет и 2-й мандат. Так что такое может быть и у нас в Республике Молдова. Ну да, ну как-то скажем, я... может быть, не в данном случае, но Конституция позволяет. Поняла. Я пока не буду говорить о судьбе действующего, да, президента господина Тимофти, просто потому что мы даже с вами не знаем, какие у него планы, но зато хочу затронуть тему процедуры избрания президента. У вас есть сомнения, что выборы президента пройдут... по старой схеме? Вот я, например, считаю, что есть только один вариант того, чтобы смогли избирать президента всенародно. Ну вот многие со мной спорят и говорят, нет, таких нет, вариантов всенародно нет. Всенародно такого варианта нет и быть не может. А будет избираться следующий парламентом. Президент парламентом согласно статье 78 Конституции, ага. Которая, кстати, сейчас предполагается, есть такое предположение, что будет изменено двумя путями. Либо через парламент, либо через референдум. Всенародный референдум. Такое может быть. А нынешний, так сказать, следующий президент будет избран по старой схеме, по статье, по процедуре, предусмотренной статьей 78 Конституции. А вот говорят, что если, например, вот эти выборы, попытки, да, избрать президента, они будут провалены, и до этого парламент проявит политическую волю и проголосует
значит, в парламенте, да, возможность избрания президента всенародным, то потом на следующие выборы вынести даже если этот вопрос на референдум и одновременно провести эти выборы, то тогда вот появится у нас шанс, что следующий президент будет избран всенародным. Следующий президент может быть избран всенародным голосованием, только в том случае, если будет изменена статья 78, угу. И только при следующих выборах, да. Не при нынешних, а при следующих выборах будет, если не случится, так сказать, должность президента может стать и вакантной, скажем, в случае отставки, в случае добровольной отставки, в случае принудительной отставки. Смотрите, не выбирают президента, они, да, идут на досрочные выборы, одновременно проводят референдум о всенародном. Может быть тогда. Вот этот вариант имела в виду. Такой вариант может быть. Значит, не получается избирать президента, угу. Значит, делаются две попытки, вернее, три попытки согласно статье 78 Конституции. Сначала первый тур, потом второй тур, не получается, идут на вторые выборы. Угу. Если они не получаются, то уже согласно статье 78 уже происходит распуск парламента. И в течение двух месяцев назначаются новые выборы. В таком случае, да, может быть. Вот тогда, по крайней мере, мне понятны действия оппозиции, почему они на этом настаивают. Но, смотрите как, этот вопрос обсуждается все время. И власть, и оппозиция что-то заявляют по этому поводу. Вот власть вроде бы как сделала шаг навстречу. Да? Совсем недавно спикер Кандо сказал, что они вроде как не против проведения референдума. Было такое заявление. Да. Вот я лично вижу здесь некие подводные камни. А вы видите? Я не то что подводные камни, я не вижу, так сказать, реальной инициативы. Я не вижу основанной на Конституции инициативы. Кстати, да. Такое было высказывание господина председателя парламента, которое я так и не понял. Значит, что за инициатива? Угу. Что содержит его инициатива? Я так и не понял. Но если сейчас вроде, как заявил один из депутатов Либерально-демократической партии, что хотят провести выборы, значит, изменить статью 78 Конституции через парламент. Через парламент. Угу. Я хочу обратить внимание на следующее. Сейчас происходит сбор подписей для проведения всенародного референдума. Угу. Не только по изменению статьи 78 Конституции, но еще по трем вопросам. Угу. Значит, уменьшение количества депутатов до 51, если я не ошибаюсь. Там вначале 57, потом 51. Не, вы это имеете в виду? Я имею в виду, на всенародном референдуме выносится 4 вопроса. Так. Значит, о лишении депутатской неприкосновенности, о возможности, так сказать, отставки, принудительной отставки президента и о снижении количества депутатов в парламенте. Сейчас у нас 101 депутат, угу. А инициаторы всенародного референдума предлагают, чтобы было 51 депутат. Или 71, наверное, 71, я сейчас не припоминаю, 71 депутат. Вот такие 4 вопроса через всенародный референдум. То, что вы говорите, такая инициатива тоже есть в парламенте. Лежит, зарегистрированная. Да. Чтобы снизить избирательный порог для проведения выборов президента через парламент. Но не 3/5 голосами, не 61 депутат должен проголосовать, угу. А предлагается сделать, как в Греции, например, или в других странах. Первый тур 61, второй тур 57 и третий тур 50+1 от избранных депутатов. Такая инициатива тоже имеет право на жизнь. Ну вот я когда говорила, что я вижу подводные камни в предложении по поводу референдума, я имела в виду вот что. Вот первый и самый сильный, на мой взгляд, аргумент. Ведь не впервые у нас собираются подписи. Я помню, по-моему, это был 2003 год, Альянс Брагиша выступал с инициативой тоже
по поводу всенародных выборов президента и собрали даже более 200 тысяч тогда подписей. Помните? Был такой момент. Я расскажу. Нет, сейчас я закончу вопрос, позвольте. Да. И я прекрасно помню, что эти подписи были собраны. Их было собрано даже больше. И парламент в итоге не принял никакого решения. Он не сказал ни да, ни нет. Было такое? Значит, в 2003 году группа депутатов во главе с Дмитрием Брагишем, Петраки там и другие собрали 213 голосов. 213. Будем так говорить. Или 213 тысяч, 213, как там это было? Ну, примерно так, но больше 200 тысяч, как указано в Конституции. Но тот был не законодательный, вернее, не конституционный референдум, а законодательный референдум. Угу. Для законодательного референдума требуется действительно 200 тысяч подписей, а для конституционного референдума требуется 360 тысяч подписей. То есть больше? Но значительно больше. Причем, ведь, извините, что, может быть, я неэтично скажу, что в 2000 году проведена антиконституционная реформа, не конституционная, а антиконституционная. Смотрите, что сделали в 2000 году. Ведь до 2000 года в Конституции было записано, в статье 141 Конституции было записано, что 200 тысяч голосов, причем из не менее половины районов и муниципий по 5 тысяч голосов. Так. А сейчас в 2000 году поменяли, тоже ставили, непонятно почему, видно, что даже читать не умели те, которые изменили Конституцию, что, я извиняюсь за иронию, но так получается. Ведь внесли изменения и указали, что из не менее половина административно-территориальных единиц должно быть собрано не менее 20 тысяч голосов. Вот и считайте. 18... А у нас не везде есть, по-моему, даже. Ну, я больше вам скажу, что значит, в Бессарабском районе еле-еле соберется 20 тысяч голосов, в Кайнарском районе еле-еле соберется 20 тысяч, имеется в виду избирателей. Так вернемся на то, что вы сказали в 2003 году. Ведь собрали законодательный референдум для того, чтобы изменить избирательную систему. Избирательную систему. Перейти на другую избирательную систему. Составили проект постановления парламента, вошли, Центральная избирательная комиссия представила все это в парламент и вынесли на голосование. Так. И не приняли никакого решения. Вот, я это имела в виду. Смотрите, что случилось. Но смотрите дальше. Ведь неправильно себе повел Конституционный суд в то время, во главе которой я находился в качестве председателя Конституционного суда. Ну, так вам вопрос. И мне не удалось убедить судей, что Конституционный суд вправе признать неконституционным не только документ, акт, но и бездействие. Не только действие, но и бездействие. А Конституционный суд отказал в рассмотрении, потому что нет никакого закона, нет никакого постановления, нет никакого нормативного акта. Я стоял на позиции, что нужно было идти дальше, потому что это всенародная инициатива, и она должна была быть... Ну, сколько людей высказалось, да. Не должны быть преграды, которые ставит власть. Власть ставит очень много преград для того, чтобы провести сейчас этот референдум. Секундочку, вы хотите сказать, что тогда власть ставила преграду? Но я остался при особом мнении, она опубликована в Monitor Official тогда в 2003 году, что Конституционный суд неправильно поступил, что не отменил бездействие парламента. Парламент должен был вынести решение или провести референдум, но по закону впоследствии внесли изменения в избирательный кодекс. И сейчас парламент не имеет права не назначать референдум. Хотя секретарь Центральной избирательной комиссии недавно на сайте дал разъяснение, что если парламент не захочет назначать референдум, это неправильно, это будет нарушение Конституции. И закон, кстати, по этому поводу есть одно из решений Конституционного суда, которое обязывает парламент вынести одно из решений о назначении даты референдума. О назначении референдума. И более того, смотрите, еще один вопрос интересный возникает.
Как быть с этой инициативой с либерал-демократов, которые хотят изменить статью 78 через парламент? В законе, то есть в избирательном кодексе, написано, что не допускается несколько инициатив или более одной инициативы по одному и тому же вопросу. Но есть верховенство. По одному и тому же вопросу. Одну секунду. Что значит верховенство? Ну, я верховенство так полагаю, отдается что... предпочтение... Да, всенародным. Всенародным. Вот видите. И всенародной инициативе. Угу. Значит, в любом случае, я не знаю, как они будут толковать закон, конституцию, но мне представляется, что тут тоже скрытый такой... вопрос, который должен быть каким-то образом освещен. Вы знаете, сама процедура подготовки к референдуму, это та еще тоже головная боль. Поясню, что я имею в виду. Потому что я помню, как готовился референдум 2010 года, когда пытались уже, да, народа спросить, что они думают по этому поводу. Многие тогда говорили, что сама власть не была заинтересована. То есть лидеры между собой тогда просто не решили, кто из них будет от альянса баллотироваться на пост президента. И произошло то, что произошло. Вот где гарантия того, что даже сейчас, дав добро на этот референдум, власть не поведет себя так, как она повела тогда, не будет работать против? Препятствия, так сказать, были созданы по референдуму с 2010 года. Кстати, когда представили результаты в Конституционный суд, я уже тогда был судьей, не был председателем, я высказал особое мнение, у меня это частенько получалось, что надо было признать недействительным референдум. Почему? По двум причинам. Первая причина, что Центральная избирательная комиссия разрешила трем партиям, это коммунисты, социал-демократы и равноправие, чтобы бойкотировали референдум. А закон не разрешает бойкотировать. И причем Центральная избирательная комиссия не только утвердила эти программы, такой порядок, что надо утвердить программы партий, которые готовятся участвовать в референдуме, но и дала им бесплатное время на радио, на телевидении, понимаете, чтобы бойкотировать референдум. Более того, значит, это первая причина. Я считал, что надо провести новый референдум и отрезать. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы убрать преграды. А вторая причина, что каждый из лидеров мерил шапку Мономаха на себя. То есть вы подтверждаете, что я подтверждаю 100%, потому что я встречался с людьми, с жителями из моего села. Например, я спрашиваю, вы хотите избирать всенародно? Хотим. А пойдете на референдум? Нет, не пойдем. А почему? А потому что мы не хотим избрать вот того лидера, не хотим. Или того лидера не хотим. Я не могу назвать фамилии, но это не следует. Но вот такое было мнение. Сейчас что может случиться? Сейчас... А я вам скажу, хотите, я вас прерву и скажу. У меня есть сомнения вот какого плана. Вот смотрите, совсем недавно у меня в эфире был Дмитрий Дьяков, почетный председатель ДПМ. И я его откровенно спросила, что думают демократы по поводу всенародного избрания президента. И он сказал так, что это решение 2000 года, поправок в Конституцию, было верным. Потому что он видит президента как президента-миротворца. Он говорит, вот должен быть такой президент, достаточно того, что вот мы между собой ругаемся, что с правительством. То есть получается, что ничего не изменилось. На самом деле такая позиция. И я, например, практически уверена, что сходную позицию занимает и партия либеральная, партия господина Гимпла. Они тоже не раз повторяли. Я даже не сомневаюсь. То есть получается, что власть, власть сама насколько заинтересована. Я даже не сомневаюсь. Вот в вашем мнении, не сомневаюсь совершенно, есть, так сказать, была вчера или позавчера передача по телевидению, где участвовали те, которые организовывают референдум, организаторы референдума. Фамилия Гырбадин, потом другие, третий, несколько человек. И перевели неправильные примеры, так сказать, из жизни, которые
которые говорят о том, что демократическая партия против проведения референдума, потому что делаются попытки на местах, то ли не разрешить это, не разрешить это, не разрешить это, не разрешить это и так далее, и так далее. Вот это высказывания те, которые, так сказать, участвуют в сборе подписей. Но они говорят, что уже 90%, а еще имеют месяц, 90% подписей уже собраны. Но тут смотрите, ведь на мой взгляд, что-то некрасиво мне, как бывшему судье Конституционного суда, критиковать Конституционный суд, но смотрите, в избирательном кодексе записано, что в этих подписные листы может стоять один вопрос или несколько вопросов. Так. Что сделал Конституционный суд? Обязал инициативную группу, чтобы собрать отдельные подписи по каждому вопросу. То есть подходит к человеку не с одним листом, а с четырьмя листами. И спрашивает его, ты согласен в этом? Это неправильно. Уже закон обязывает, чтобы во время выборов уже были четыре бюллетеня. То есть только столько, сколько стоят вопросов на референдум, столько и должны быть бюллетени избирательные. И тогда избиратель и выскажет свое мнение. Но не сейчас. Не, это дополнительная преграда. Хотя, как сказали, все равно вроде обнадеживающее для этих людей состояние, что выйдет из этого положения. Ну вот я сейчас говорила, да, в чем я вижу эти камни преткновения, и вы подтверждали мои подозрения. Но было бы справедливо все-таки сейчас послушать противоположную сторону, да. Ну вот смотрите, что говорят демократы в ответ? Они говорят, ну какой смысл нам менять систему? Если мы будем избирать президентов всенародно, нам придется менять, значит, Конституцию в части его полномочий. Иначе нет никакого смысла все это затевать. То есть президент потребует, значит, гораздо больше для себя прав. Да? Вот. Как вы считаете, это есть если такая бы, увязка? Если бы я был политиком... Ага. Я не политик, я должен высказаться по юридическим вопросам. Но господину Дьякову больше подходит, когда нет порядка. Когда хаос. Больше подходит, мне кажется, если я бы сказал бы это как политик, что ему больше, так сказать, по душе хаос. И когда в мутной воде, то легче ловить любую рыбу. Неправильно это. Значит, ничего не придется менять по полномочиям. Ведь надо видеть разницу между парламентской республикой и президентской. В чем заключается суть? Президентская республика, действительно, если сделать президентскую республику, а что значит президентская республика? Означает, когда правительство избирается, назначается президентом, и президент же и ответственно перед президентом. Угу. И президент является главой исполнительной власти. Да. В полупрезидентской республике и в парламентской республике ничего подобного не происходит. Значит, в полупрезидентской республике уже правительство подотчетно парламенту и президенту по некоторым вопросам подотчетно парламенту, так как в парламентской республике. Так что ничего не придется менять. Так оно как есть. Ведь что изменилось? Изменилось что? Что до 1994 года, до принятия Конституции, президент мог командовать и правительством, мог управлять, руководить и правительством. Сейчас в парламентской республике и полупрезидентской республике такой возможности нет. Есть премьер-министр, который управляет правительством, и само правительство подотчетно парламенту. Но только вот в чем разница. Чтобы было, я высказываю свою позицию. Дело в том, что сейчас, ведь смотрите, когда господин президент, нынешний президент, захотел проявить немножко самостоятельности, его сразу поставили на место, угрожая импичментом. Да, говорили. И на второй день он мог быть, так сказать, снят с должности, и уже исполняющий обязанность стал бы председателем парламента, который бы назначил бы кандидатом на премьер-министра того человека, которого он посчитал бы нужным, но, естественно, советуясь, консультируясь с парламентскими фракциями. А если бы это был всенародно избранным президент, то не было бы такой необходимости.
И смотрите, что получилось, как было избрано правительство в 1999 году, когда пало, кстати, правительство Стурза. Да, я вот вспоминала, о каком правительстве. Да, помню. И он в течение месяца, не три месяца, как сейчас. Это президент Лучинский. Президент господин Лучинский. В течение месяца, где-то 13 или 15 дней, он дал в стране... Было несколько попыток, да? Так, я вам скажу, что была попытка, так сказать, назначить одного. Да. Вот, тогда в Конституции записано было, что консультирует парламентское большинство. Вот из старой Конституции взято это. То есть из Конституции, которая была до 2000 года. Сейчас указано, что консультирует парламентские фракции. Угу. А тогда было парламентское большинство. И не захотели кандидата. Я не буду их называть, хотя я их знаю. Я, по-моему, был и Воронин тогда. Разве называете, то я только подтверждаю. Я не хочу называть, потому что я об этом говорю студентам. Пытались Урекяна назвать. И Урекян был там. Да. А затем не пошло. Тогда, когда пошел... По закону, по Конституции полагается, чтобы дважды просил, назначал на должности кандидата в премьер-министра, дважды просил у поддержки у парламента. Парламент дважды не оказал поддержки. Тогда Лучинский поставил вопрос. Вот вам Дмитрия Брагежа, если вы не поддержите, тогда я обращусь в Конституционный суд, получу разрешение, и парламент будет распущен. Тогда все проголосовали за Брагежа. И у нас нет вопрос. Вот что значит всенародно избранный президент. Совершенно по-другому воспринимается. Значит, по-другому он себя чувствует. Более и этого уверенно. Боится парламент, этой уверенности получается. Да, более уверенно чувствует себя президент. Не то, что сейчас. Мы же видели, как все случилось. Я понимаю. Я вот, например, тоже считаю еще, что проблема, знаете, в чем состоит? В том, что у нас как-то вообще вот этой традиции референдумов, у нас ее нет. Можно по пальцам пересчитать попытки. Там Снегур пытался. Снегур провел. Снегур, да, абсолютно точно. Снегур. Провел по независимости, да, кстати, да, по, да, вопросу, да, независимости. Да, да, да. Лучинский. Попытка. Лучинский в 1999 году провел консультативный республиканский по поводу полномочий. Референдум по поводу, так сказать, введения президентской республики. Но потом ему это не помогло все равно. Ну, не помогло, потому что, смотрите, как относится власть к мнению народа. Да, это, я про то же. Это должен был восстать народ на второй же день после этого, если проведен референдум. Референдум, так сказать, большинство высказались, по крайней мере, не то конституционное большинство, которое требовалось, но, по крайней мере, очень многие высказались для того, чтобы усилить позицию президента в республике. То есть, в принципе, вы подтверждаете, да, эти моменты? И больше референдум у нас уже в 2010 году. Да, три референдума. Три, абсолютно но точно. Но сейчас, который, так сказать, платформа «Да» предлагает, это первый референдум, который проводится по народной инициативе, всенародной инициативе. И этот референдум уже, так сказать, не имеет права. Видите, есть закон о проведении всенародного референдума. Я понимаю вашу улыбку. Я улыбаюсь, почему? Что, понимаете, я уже ушел, уже являюсь пенсионером, но для меня священным является и закон, и Конституция. Иначе еще с древних времен сказали, что если мы не будем соблюдать, погибнет общество и государство. Если, знаете, не будем соблюдать. Я понимаю, о чем вы говорите, но мы живем в такое время, когда не действует ни международное право. Хельсинские соглашения как-то там, вот они очень далеки. Да, от того, что у нас происходит, я, как вы говорите, не буду комментировать, потому улыбаюсь. А знаете, почему еще вызывает вот во мне, ну, скажем так, иронию вот эти моменты? Потому что у меня, например, вот есть такое ощущение, что власть до последнего, вот пока не разберется, будет саму процедуру вот выборов президента, она будет затягивать всевозможными способами. И найдут, мне неприятно вот эта фраза, да, «тузы в рукаве», ее Михаил Федорович Гимп ввел в обиход и в обращение, но будут находить какие-то такие моменты, согласно которым вот у нас как это, разумные сроки, да, появилась такая, и вот будут вот на это ссылаться, и все это будет продолжаться до тех пор, пока не будет устойчиво чувствовать себя на ногах власть, что она будет уверена в том, что вот кандидат есть, кандидат
ее устраивает, и вперед. Не так? Может быть и так. До какого момента могут теоретически затянуть выборы? Вот так, давайте спрогнозируем. Ну, истекает полномочия президента, и уже он переходит как бы в другую... Ну, хорошо, да. Угу. Когда истекает полномочия степень этого президента? Такого истекает 23 марта, так, кажется. Когда его избрали, тогда 4 года, но в Конституции записано, что он сохраняет свои полномочия до избрания нового президента. Ну, смотрите, я что имела в виду? Вот одна попытка, там, например, вторая попытка, потом повторные выборы. Да, вот это все может до мая месяца, наверное, тянуться теоретически. Или может быть, не знаю. Может быть, но не бесконечности. Это будет означать нарушение Конституции со стороны самих субъектов власти. Вы абсолютно правильно заметили, что при этом все будут ссылаться на Конституцию. Скажите, пожалуйста, почему у нас так много в последнее время трактовок Конституции? И совершенно разных трактовок. Ну, я имею в виду не только Конституционным судом, но и решений Конституционного суда. Это вполне, так сказать, это говорит, знаете, о чем? Я много думал над этим вопросом. Стабильность Конституции зависит от стабильности... Значит, толкование, стабильность толкования Конституции зависит от стабильности политического класса общества. Если политический класс раздроблен на определенной части, то каждая из этих частей пытается решить свои вопросы, своих интересов через Конституционный суд. И если Конституционный суд проявляет, так сказать, действительно преданность Конституции, к букве Конституции, к сути Конституции. Значит, как в 2002 году, когда, как говорили в государстве, дали по рукам партии коммунистов, которые имели 71 депутатских мандатов в парламенте. И тогда парламент мог вообще распустить Конституционный суд. Вообще мог. И вообще Мишин ставил вопрос, я извиняюсь, но это я и в отдельных своих публикациях, господин Мишин, зампредседатель парламента, ставил вопрос о том, что парламент получил бы возможность вообще опровергать решения Конституционного суда, опровергать их, перевернуть, так сказать, и принимать то решение, которое примет парламент. Такое было в Конституции Румынии, наших соседей. Но на протяжении 10 лет, в 2003 году исключили эту поправку, но с 1993 по 2003 год была такая норма в Конституции Румынии, но ни разу ею не смогли воспользоваться, потому что не могли набирать конституционное большинство. А у нас в 2001 году партия коммунистов имели 71 мандат. Потом бы они это не смогли бы сделать. Не смогли сделать после 2005 года. Не могут сделать и сейчас. Это довольно сложно. Хотя сейчас образовалось так непонятно откуда, непонятно как, образовалось парламентское большинство. Опять-таки... Очень разношерстное. Разношерстное. И я никак не представляю себе, как будет работать это парламентское большинство, видя, так сказать, того же Гимпу на правом краю и того же Решетникова на левом, так сказать, стороне спектра политических партий, парламента. Мне это трудно понять, потому что по закону, вот смотрите, да, интерпретация, сейчас надо гадать, а что случилось? Откуда появилось это понятие парламентское большинство? Ведь такое понятие было в Конституции до 2000 года. Я до сих пор не могу понять, где по Конституции, как должны были положены по Конституции. Парламентское большинство формируется после выборов. Угу. После выборов из одной партии, которая имеет 50 плюс 1, или из коалиции партий, которая собирает, так сказать, в своих рядах 50 плюс 1. У нас так и было. Но сейчас...
появилось это толкование Конституционного суда, которое, на мой взгляд, выходит за пределы конституционной нормы. Это уже какая-то подмена законодателя. И я не понимаю для себя, как для вчерашнего судьи, где это родилось. В парламенте такая идея, или в Конституционном суде. Хотя, с другой стороны, ведь разрешили политический кризис. Вот можно, может быть, с нарушением, можно критиковать, можно не быть согласным, я не знаю. Но все-таки разрешили политический кризис, и премьер-министр правительства и кандидат на должность премьер-министра получил 57 голосов. И это, хотя нарушений уйма, но не такие нарушения, которые могли бы повести за собой неконституционность. Я понимаю, о чем вы говорите, но я знаю, что есть одно, не то что нарушение, я знаю, что есть преступление, из-за которого, собственно говоря, вот весь этот кризис у нас случился, и мы пришли к тому, к чему мы пришли. Я сейчас говорю о краже миллиарда. Я не буду вас спрашивать, кто украл, потому что есть презумпция невиновности, есть все-таки законы. Я уважаю закон. Но я хотела бы, чтобы вы вот сейчас использовали всю законодательную базу и ответили вот всем нашим гражданам. Те люди, я имею в виду сейчас и руководство страны, и непосредственно те люди, которые отвечали за эту ситуацию, которые видели, что это происходит, они должны понести наказание? Конечно, ответ один, единственный. Если совершено преступление, то должно быть наказание. Это вопросов нет. Так. Но это должно быть расследовано, рассмотрено в судебном порядке. А у нас в Республике Молдова, в чем сегодня опасность, которую я вижу, но нет политической воли, чтобы бороться с этой опасностью. Ведь происходит какая-то телевизионная, так сказать, юстиция. Как-то создаются мнения, то ли с одной, то с другой стороны. Я не уверен, что тут не идут, так сказать, и деньги для того, чтобы сдавать такие мнения. Причем это делается постоянно. Я не имею таких конкретных фактов, но для меня всегда возникает вопрос, почему так происходит? Почему? Все хотят как-то выделиться, что ли, как-то показать себя. И обсуждает, я вам сказал как-то перед началом передачи, почему меня не приглашают на ПРО-ТВ, на телевидении. Потому что я позвонил на телевидении и высказал свои сомнения, когда приглашают только одних адвокатов по одним и тем же делам и говорят, так сказать, в оправдании своих подзащитных, а где же сторона обвинения? А что, если будет постановлен приговор в тех случаях, и действительно есть приговор, вот в нескольких случаях, то как воспринимается общество? Подождите, нам говорили годами, что там неправильно. Я не уверен, что я с этим и миллиардом, и все вместе. Пройдет время, и все разъяснится. Что я хочу сказать одно, что правоохранительные органы, не хочу их хвалить, но они не дремлют. Правда? И там, вы так считаете? Я так говорю. Да, конечно, опять-таки нет, высказывания. Нет, я просто думаю, тогда зачем нам Кролл нужен был, опять, если мы сами позвали Кролл, если мы потому сами что, не можем потому решить. Потому что если будет доведена до конца реформа прокуратуры, и прокуратура, так сказать, займет свое место, которое ей положено, и будет, так сказать, не избирательно, а будет привлекать всех к ответственности, которые нарушают закон, приносит материалы в суд, суд, независимый суд, принимает решение. А сейчас получается как-то не так. Я вам поясню, что я имею в виду, почему пригласили Кролл. Вот в отличие от вас, у наших депутатов и у власть придержащих нет такого доверия к правоохранительным органам. Потому что эта фирма была приглашена с единственной целью. Потому что все понимали, что будут названы имена высокопоставленных чиновников. Да? То есть было бы странно, чтобы там кто-то сам себя высек. Собственно говоря, для этого позвали Кролл, и мы сейчас с большим нетерпением ожидаем, когда будет названо. Но я сейчас даже не об этом хочу поговорить. Давайте поговорим об этом. Значит, речь идет о реплике, что может быть национальный аудит,
А может быть и международный аудит. Это угу. разрешается по закону? Разрешается, никаких, я же не спорю. Даже для проверки системы, банковской системы в целом. Может быть и международный, так сказать, аудит. Да, но, как правило, услугами международного пользуются тогда, когда нет доверия к местному. Вы тоже, вы здесь должны, по-моему, как согласиться. Сказать? Не согласна. Как сказать? Как сказать? Хорошо, вы тогда больше оптимист, чем я. Вы имеете право на свою позицию. Вы затронули вопросы генерального прокурора. Справедливо. Вот очень часто от представителей оппозиции слышу такую фразу. Самое главное, что нужно сделать, это добиться снятия этого генерального прокурора и добиться, чтобы на этот пост был назначен человек не просто квалифицированный, но и человек честный, человек неподкупный, да? Человек, который будет выполнять свои обязанности по совести. И вот тогда, если во главе этого института станет такой человек. Очень многие проблемы в стране и реформы в юстиции, да, то, о чем у нас сейчас очень много так модно говорить, пойдут гораздо проще и быстрее. Вы согласны с таким мнением? Я имею, опять-таки, свою позицию по этим вопросам. Дело в том, что выслушаю вас прокуратура нуждается в реформировании, в кардинальном реформировании. Этот вопрос стоит на повестке дня с начала 90-х годов. Uh-huh. Я вам приведу только две цифры. Uh-huh. Значит, до сегодняшнего или до 2008 года последний закон, или 2012 года последний закон, 21 законов было принято в связи с реформированием прокуратуры. 21 законов. Три полных и остальные частями. 21 закон под флагом реформирования прокуратуры. Но она так и не реформирована. Сейчас идет речь о новой реформе прокуратуры. Ну какая же была проведена реформа? Вот скажем, давайте все говорят, смотрите, как прокуратура работает, антикоррупционная прокуратура в Румынии. Смотрите, как здорово работает. Да, здорово. Говорят. А ведь какой статус у прокуроров в Румынии? Они имеют статус магистратов, то есть такой же статус, как судьи. А сама прокуратура находится под Министерством юстиции. Значит, сам в Конституции Румынии записано субтутела, то есть под руководством Министерства юстиции. Дело в том, что никто не несет политическую ответственность за прокуратуру. Вот давайте подумаем, кто несет политическую ответственность за прокуратуру. Если бы она была при Министерстве юстиции, имела бы двойной статус и магистрата судебного, и правой рукой, так сказать, исполнительной власти. Этого не должны бояться. Прокуратура все говорит, что она стремится к независимости. Uh-huh. А какой независимости? Речь идет о том, чтобы раскрыть преступление, передать дела в суд, чтобы суд принимал бы решение. Суд должен быть, мы должны бороться, чтобы суд был абсолютно независимым. А прокуратура, она меня удивляет, знаете, что вот я все привожу этот пример, когда генеральный прокурор Зубко давал информировал парламент в свое время, где-то 6, 7 или 8 часов стоял перед депутатами в парламент и отвечал на вопросы депутатов. И из вопроса депутата видно было, что каждого интересует свой вопрос. Угу. Свой. Но не генеральный прокурор должен держать ответ перед парламентом, а политическое лицо. Политическое, то есть министр юстиции. И если плохо идут дела, так сказать, по раскрытию преступлений, то надо спрашивать с министра юстиции. Если не привлекается к уголовной ответственности, надо спрашивать с министра юстиции. Это имеется в виду спрашивать с правительства, которое может отправить в любой момент в отставку. И назначить такое правительство, которое будет все-таки успешно проводить эту политику. Ведь, а что сейчас у нас получается? Действительно, перед правительством, перед Министерством юстиции стоят огромные задачи. Значит, надо бороться с преступностью. А прокуратура как бы особняком стоит. Не находится в составе исполнительной власти. Я скажу, и что... Тогда, да. И тогда, что получается? Что прокуратура является настолько самостоятельной, что, по сути дела, она делает то, что она хочет. Или как говорят все, кому не лень, то, что ей говорят. То, что ей говорят. Но я скажу вам, я изучил. Значит, с 1946 года и до 2014 года, значит, до
В 1998 году был последний прокурор, это Дмитрий Постован, который закончил свой мандат. Остальные где-то 7-8, то есть половина из тех, которые были по сравнению с 1946-1998 год, значит, они не дожили до конца своего мандата. Так и сейчас ставится и в отношении Гурина. Если не те, которые у власти, то оппозиция ставит вопрос. То есть дергает постоянно прокуратуру. Но это не должно быть. Не должно быть. Вот с этим соглашусь. И соглашусь с тем, что действительно нужны реформы. И не такие, знаете, как у нас все это пытаются сделать очень ярко и зрелищно, да, борются вот там избрали с судьями. Вот избрали совет прокурора. Кто слышит, как работает совет прокуроров? А сделали у нас его было по типу, гораздо, да, по я типу понимаю. Высшего совета магистратуры. А ведь должно быть все вместе. Нужны реформы. Здесь, по-моему, с вами, по крайней мере, на словах не будет спорить никто. Да? То есть, и я знаю, международники обуславливают финансовую помощь реформированием, в том числе и в судебной системе, и вообще по юридическим вопросам. Благодарю вас за участие в нашей программе. На многие вопросы вы ответили. И я думаю, что у нас будет с вами возможность. На те, которые я задала, вы ответили. На те, которые не задала, вы просто не успели. Но я думаю, что еще будет у нас с вами возможность прояснить. Потому что не оставят нас, я думаю, политики без того, чтобы нам необходимо было трактовать то, что происходит у нас в стране. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Thank you.